заказа. А, какая-то тварь напала на ночной патруль. Наши-то вооружены до зубов. Ребята как на подбор. Почему решили, что это чудовище? Вы бы видели их останки. Тела уже захоронили? Был приказ их сжечь. Но прежде наш медик их как следует рассмотрел. С ним и поговори. Он сидит сейчас в доках. Я посмотрю, что можно сделать. Мы тебе заплатим. Скинемся с ребятами на награду. Отвали. Ты медик. Чем могу помочь? Я расследую убийство стражников. Кажется, ты проводил вскрытие. Так тебя наняли этим заняться. Хорошо. Помогу, чем смогу. Ты видел на телах следы когтей или клыков? Клыков, когтей не было. Разве что следы ногтей. После развлечений с девками. Где нашли последнее тело? В переулке. У дороги из доков в район красных фонарей. Его там бросили посреди ночи. Надо будет там осмотреться. Я слышал, что тела были высушены. Ты тоже считаешь, что их убило чудовище? Я вот что-то сомневаюсь. Останки действительно были высушены, но, может, они пытались поймать чародея, и тот наложил какое-то гнусное заклятие. Это было похоже на обезвоживание? Нет. Даже не знаю, с чем это сравнить. Спасибо за помощь. Я осмотрю место, где их нашли. Удачи. Тела нашли здесь. Может, тут остались какие-то необычные следы. Следы ребенка. Зараза. Много тут народу ходит. Четкие следы копыт. Конь? Нет, кони на двух ногах не ходят. Это все слова. След ведет к хромоножке Катарине. Приветствую. Гляньте-ка, свет представления. Ведьмак в борделе. Что же тут странного? Ты странный, брат. Все знают, что ведьмаки – выродки и ненормальные мутанты. А здесь порядочный бордель для шлюх с принципами. Говори на чистоту, у тебя в штанах точно все, как у обычного мужика?
Когда последний раз проверял, все вроде было на своих местах. Ты слышала про убийство стражников? Многие тут умирают от удовольствия. Я знаю, что ты лжешь. Меня сюда привели следы убийцы. Я не позволю себя оскорблять. Раз ты такой хороший следопыт, сам и разбирайся. Прощай. Смотрю здесь и поищу следы снаружи. Мы живем в материальном мире, и я материалистка. Дорогими духами в таком нищем квартале. Можем сделать это здесь или пойти ко мне? Скандал! Ноги! Кослявая! За мной пришла! Здесь. Тут человек очень странно себя ведет. Где я? Все в порядке? Я ведь был в этом доме. Вон в том? Кажется, да. Мне нужно отдохнуть. Может, его суккуб очаровал? Надо как-то проникнуть в это время, проверить.
человека пожертвования. Что здесь делает, если так можно выразиться? Совсем глупый. Не видишь, что ли, ведьмак это? Вести должно быть какой-то. А денежка какая-нибудь найдется? А то открутят тебе башку ненароком. Кто ты? Ты когда-нибудь слышала о ведьмаках? Ты пришел меня убить? Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников? Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего? Никакой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому. Я не привыкла врать. И не привыкла убивать без причин. Тебе придется покинуть город. А если я этого не сделаю? Тогда мне придется тебя убить. Терпеть не могу перемен. Надо же было так сглупить. Мне придется соврать, что я убил тебя. Обычно я приношу трофеи. Хорошо, возьми это. И еще вот. Сейчас я очень зла на тебя. Но знаю, что когда я буду уже далеко, злость пройдет. Стражников убил суккуб. Суккуб? В Новиграде? Но свет вечного огня хранит город. Значит, он недавно притух пару раз. Так или иначе, суккуб никому уже не причинит вреда. Вот доказательства. Склоняю перед вами голову, мастер. А вот обещанная награда. Прощай.